Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленска АЭС, в студии Анна Пименова. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции и города Десногорска за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Очень удобно, подходишь, прочитаешь все, что нужно. Очень даже довольна таким обслуживанием. Бережливые технологии атомщиков в медицине. Спасибо вам за ваш нелегкий, но благородный труд. Атомщики поздравили медицинских работников с профессиональным праздником. Эмоции нельзя сказать словами. В Десногорске завершился турнир по дворовому мини-футболу. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленска АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Суммарная мощность 21 294 мегаватта, суммарная выработка 92 миллиарда 908 миллионов киловатт-часов, значит, что составляет 102,6% заданию ФАС. О техническом состоянии Смоленска АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе два энергоблока, первый и второй, нагрузка суммарная 2050 мегаватт. Третий блок находится в среднем ремонте с ЧЗТК и ПСЭ. 19-е сутки ремонта. Выработка электроэнергии за 18 дней июня составила более 833 миллионов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 38 миллионов. С начала года выработано 9,5 миллиарда киловатт-часов, сверхплана 503 миллиона. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленска АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. В медико-санитарной части Десногорска в разы сократились очереди в регистратуру и процедурные кабинеты. Ускорился процесс сдачи и выполнения анализов крови. Повысить качество медицинского обслуживания помог проект «Бережливая поликлиника», стартовавший 1 сентября 2017 года. Методическую, организационную и финансовую поддержку в реализации этого важного федерального проекта оказывает концерн «Росэнергоатом» и «Смоленск АЭС». Его цель – повышение доступности и качества медицинской помощи жителям за счет оптимизации процессов и устранения потерь. Напомним, на первом этапе реализации проекта «Бережливая поликлиника» были выбраны три пилотных направления – оптимизация работы регистратуры, процесса забора крови, постановки лабораторных анализов, от направления до выдачи результатов. На техническое переоснащение регистратуры и лаборатории Смоленск АЭС направила 10 миллионов рублей. Все мероприятия в рамках этого проекта выполнены, результаты достигнуты. Сейчас идет наладка оборудования, налаживается работа информационных систем. Сейчас результат внешне, он в первую очередь виден в самой регистратуре, появилось табло электронное, появилась возможность электронной записи на прием к врачу, изменилась работа самих регистраторов, появились места для удобного ожидания пациентов, открыт новый кабинет для забора крови и распределены потоки забора крови для пациентов с заболеваниями и для работников, которые проходят периодические медицинские осмотры. Сократилось время на постановку одного анализа, во-первых. Во-вторых, нам сейчас доступны анализы, те, которые мы не могли выполнять раньше. Наиболее востребованный показатель – это гликированный гемоглобин. По словам заместителя начальника медико-санитарной части 135 Лидии Штаней, кроме заботы о пациентах, проект «Бережливая поликлиника» направлено на создание комфортных условий труда для персонала. В регистратуру закупили новую мебель, новые стеллажи, удобные кресла. Сделана стойка единая, вместо старых таких разнокалиберных столов. Новые мониторы, на которых можно работать стоя и сидя, людям с разным зрением. Это удобно и
когда удобно и комфортно нашим сотрудникам, соответственно, они с радостью приходят на работу, да, и дарят свою эту радость и тепло пациентам. Сейчас в поликлинике завершается наладка нового оборудования и информационных систем. Надеемся, что освоение в полной мере всех новых технических средств и атомных стандартов бережливого производства качественно отразится на дальнейшем совершенствовании процессов медицинского обслуживания десногорцев. Логичным продолжением этого этапа проекта «Бережливой поликлиники» следующий этап, он будет связан с работой непосредственных врачей, узких специальностей, участковых терапевтов. То есть он будет с первого этажа поднят выше на верхние этажи, и там уже мы будем стремиться к тому, чтобы большее количество пациентов попадало к нашим врачам, а врачи смогли более качественно принять, сделать назначение нашим пациентам. Пришла в поликлинику и вижу такие новшества. Вот первый раз я имею в виду, что за какое-то эти изменения. То есть пришла свободно, взяла талон, села, посидела, отдохнула. Сказали, можно меня вызвали. Сказали, к какому окну подойти. Очень хорошее электронное табло. Все видно. С плохим зрением нам всем очень удобно. Подходишь, прочитаешь все, что нужно. Очень даже довольна таким обслуживанием. В медико-санитарной части Десногорска прошел торжественный вечер, посвященный Дню медицинского работника. Поздравить сотрудников здравоохранения, ветеранов отрасли с профессиональным праздником пришли руководители Смоленской АЭС, администрации города, депутаты Смоленской областной думы и Десногорского городского совета. Спасибо вам за ваш нелегкий, но благородный труд. Работать с людьми всегда тяжело, а вам, наверное, втройне тяжелее. Потому что вот именно потому, что к вам обращаются именно с болью. И вы эту боль, по большому счету, пропускаете через себя. И хочу пожелать вам в первую очередь здоровья. Вот. Здоровья, ну и, конечно, счастья и благополучия. Преданность врачебному долгу, ответственность, стремление повысить качество оказания медицинской помощи пациентам – эти качества характеризуют работу всего коллектива медико-санитарной части 135, в котором трудится порядка 700 сотрудников. Более 60 работников медсанчасти за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в развитие здравоохранения Десногорска награждены отраслевыми знаками отличий, благодарственными письмами и почетными грамотами. Много теплых слов благодарности в адрес медицинских работников прозвучало от председателя первичной профсоюзной организации атомной станции Юрия Кузнецова, который вручил сотрудникам медсанчасти благодарственные письма за заботу о здоровье персонала Смоленской АЭС. Более 90 юных футболистов Десногорска, представители 12 команд, в течение 2 недель боролись за первенство на турнире по дворовому мини-футболу, организованному Смоленской АЭС и профсоюзом атомной станции. 15 июня в реабилитационно-оздоровительном и досуговом центре Смоленской АЭС состоялось торжественное чествование победителей и призеров, а также прошли увлекательные эстафеты с мячом «Веселый футбол». Здоровый футбол! Он в свое время дал развитие. Футбол в России, особенно это было в 60-х годах, вот. И очень много талантливых футболистов, известных потом и завоевавших, кстати, третье место в чемпионате мира, вышли сейчас в ворота команд. Соревнования проходили в 3 возрастных категориях среди подростков. В каждой группе 4 команды играли между собой по круговой системе. В общей сложности было сыграно 48 игр. По итогам соревнований первое место в разных возрастных категориях заняли команды «Енисей», средней школы номер 2, «Фантом». Второе место у команды «Атом», «Юнфуд», «Победа». Третье место у команды «Энергия», «Десна Фок», «Десна 08». Мы уже сыграли 2 матча и уже знали, что выйдем из группы. И нам предстояла игра, 2 игры с одной и той же командой. Вот на групповом этапе и сразу же в финале. То есть на групповом этапе мы сыграли с ней, мы изучали ее, проиграли, конечно, но зато изучили ее со всех сторон. А вот в финале уже мы выложились на 100% и выиграли ее. Команда «Фантом» победила по серии пенальти.
Эмоции нельзя сказать словами. Они просто переполнены. Как ты считаешь, что вам помогло вообще победить в вашей команде? Что вы делали лучше, чем другие ребята? Мы играли лучше. Преимущество перед многими городами Смоленской области. У нас есть большое, огромное предприятие Смоленская АЭС. На Смоленской АЭС есть профсоюзная организация. Мы очень благодарны и предприятию, и профсоюзной организации. Вот она очень часто помогает нам проводить соревнования. Сами они выходят инициаторами всех соревнований, многих соревнований. Так что мы имеем большое преимущество по сравнению с другими городами области. Такое соревнование и строится на том, чтобы было привлечь к нам в секции способных ребят. Кто-то занимался, допустим, бросил там что-то по какой-то причине и опять может вернуться. Ну вот соревнования, они, им надо все равно постоянно, они себя ищут сейчас в таком возрасте. Естественно, будут приходить, уходить, возвращаться. Все победители и призеры получили кубки, медали и награды от Смоленска АЭС и профсоюза станции. А команды победителей – еще один приятный бонус. В сентябре они смогут бесплатно посетить развлекательный комплекс «Фабрика» в городе Ростовле. «21 июня в 18:00 на городской эстраде пройдет ретро-вечер, посвященный Дню памяти и скорби «Завтра была война». А 22 июня с 10 до 12:00 на Кургане Славы состоится всероссийская акция «Свеча памяти», а также возложение цветов и венков. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленска АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе с АЭС на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе Смоленска АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания.